Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня» і в студії працює Марія Савицька. Від початку року Миколаївський обласний центр здоров'я зафіксував таку статистику. Сталося 520 випадків інфарктів та інсультів, а за останні два роки вік більшості жертв інсульту та інфаркту міокарда закріпився на позначці 25-35 років. Тож, які фактори можуть впливати на розвиток серцево-судинних захворювань? Чи сприяє наша південна спека ускладненням, що призводять до інфарктів та інсультів? І чи можливо попередити виникнення захворювання серця, в тому числі інфарктів? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею. Це заступниця головного лікаря з лікувальної частини Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Лілія Карпова. Доброго вечора. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-74-72. Тож, якщо у вас є будь-які запитання по темі нашої сьогоднішньої розмови, телефонуйте, ми будемо на них відповідати. Пані Лілія, ну, ми сказали про те, що вік більшості жертв інсульту та інфаркту закріпився на позначці 25-35 років. Наскільки я розумію, вік він знизився за останні роки. З чим це пов'язане? Адже раніше, наскільки ми знаємо, так хворіли на подібні захворювання, хворіли люди старшого віку. К сожалению, на сьогоднішній день інфаркт міокарда і інсульт помолодів. И как мы видим по статистике, это и 25, и 35 лет. С чем это связано? Первое – это факторы риска, которые ведут к ишемической болезни сердца, к артериальной гипертензии. И мы должны сейчас с вами разобраться, что такое факторы риска. Факторы риска, они разделяются на две группы. Первая группа факторов, на которые мы можем с вами повлиять, и вторая группа факторов, на которые мы не можем повлиять. К первой группе факторов относится первое – это курение. Конечно, курение ведет к инфарктам и инсультам. Почему? Потому что люди, которые курят, у них уменьшается потребление кислорода в тканях и происходит сужение сосудов. Второй вид – это атеросклероз сосудов, то есть это холестериновые бляшки. Це теж те, на що ми можемо вплинути. Следующим стоит артериальная гипертензия, потому что на цифры артериального давления мы тоже можем повлиять. Сюда же относится избыточный вес, сюда же относится холестерин, и сюда же относится в эту группу сахар крови у пациентов с сахарным диабетом. Как мы можем повлиять? Первое – бросить курить. Второе – постоянный прием препаратов, которые снижают уровень артериального давления. На сегодняшний день эта группа препаратов разработана очень много, и препаратов достаточно много. Препараты как в монотерапии применяются, то есть один препарат, и в одной таблетке может быть несколько препаратов. И эти препараты, высвобождение действующего вещества идет медленно в течение всех суток. И вы у меня спросите, какие цифры артериального давления должны быть, за которыми вы должны следить? Цифры артериального давления должны быть ниже 140/90. При этом организм и сердце чувствуют себя достаточно уверенно и хорошо. Следующий фактор, мы тоже на него можем повлиять, это уровень сахара крови у пациентов с сахарным диабетом. Это прием постоянный. И не пропускать, и не забывать лекарственные препараты принимать. К сожалению, вторая группа существует у нас, на которую мы не можем повлиять. Сюда относится возраст. У мужчин 45 лет и выше, у женщин этот возраст 55 лет и выше, либо с наступления менопаузы. И второе – это наследственность. То есть, если в роду были инфаркты, либо инсульты. И на приеме у пациентов мы постоянно спрашиваем, были ли в роду инфаркты и инсульты. Когда пациент отвечает «да», то сразу же идет второй вопрос. Какие цифры артериального давления? Ниже они 140/90 или нет? Какой у вас уровень холестерина? Потому что холестерин должен быть ниже 5 и триглицериды ниже 3. И за этими константами пациент должен сам следить.
и за давлением, и за холестерином. Естественно, это должна быть нежирная пища. Естественно, это должно быть больше овощей в рационе. И тогда я думаю, что риск возникновения инфарктов и инсультов в молодом возрасте мы сами можем уменьшить. Ну, це ми говоримо про тих людей, які, ну, напевно, знають про те, що вони в групі ризику. Але ж певна частина людей може не знати про це. І, наприклад, ну, чи є люди, які добре себе почувають, якщо тиск вищий, ніж 140 на 90, так? Таких пацієнтів дуже багато. Дуже багато, і коли вони приходять на прийом, і ми фіксуємо значення 160 на 100, 175 на 100. А людина себе добре почуває? Вони себе прекрасно почувають, тому що компенсаторні механізми організму, вони скомпенсовані. И организм работает на износ. Но следующий вопрос. Зачем пить таблетки, когда я себя хорошо чувствую? А затем, что артериальная гипертензия, повышенные цифры артериального давления, они могут вызвать такие осложнения фатальные, которые могут привести к инвалидизации, к смертности. Это инфаркты и инсульты. Все мы знаем, что смертность от инфарктов и инсультов, от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Поэтому лечить артериальное давление нужно всегда приемом постоянным лекарственных препаратов. Ну, тобто, якщо хвороба вже виявлена, то від дня, коли це зафіксували, і до кінця життя людина має вживати якісь ліки? Звісно, обов'язково. Во-первых, це має бути під контролем лечащого врача. Я перепрошую, у нас є дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, представтесь. Алло. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Здравствуйте. Меня зовут Любовь Анатольевна. Ви в начале програми сказали, що є такі препарати, які могли би предотвратить інсульт і ну, скажем так, инфаркт. Скажите, пожалуйста, сколько эти препараты могут стоить? Любовь Анатольевна, спасибо вам за вопрос. Дякуємо за питання. Очень хороший вопрос. На сегодняшний день цена варьируется. И на сегодняшний день существует программа «Доступні ліки». Це державна программа. И якщо ви звертаєтесь, либо обращаєтесь к своєму лечащему врачу, с этим вопросом, вам выписывают бесплатно препараты, которые удерживают артериальное давление. Если этих препаратов уже недостаточно, доктор проводит дообследование и назначает вам эти препараты. К сожалению, цена, я не могу сказать, что она на сегодняшний день достаточно высока, если их, допустим, и покупать. Можно в пределах 200 гривен купить прекрасный препарат, который будет удерживать давление. Ну, в будь-якому разі не варто вживати без поради лікаря, тому що можуть бути нюанси. Конечно. Обязательно только после приема врача, и обязательно доктор выписывает вам эти названия препаратов. Я дякую за відповідь. Наскільки я розумію, у нас ще є дзвінок до студії. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, представтесь. Здравствуйте, я Людмила Петровна. Хочу спросити, от у мене вже місяць, як давлення низьке. Людмила Петровна, спасибо вам за вопрос. К сожалению, лето – это пора, когда мы ее любим, ждем. Но и лето приносит с собой такие последствия, называется жара. А жара для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это тоже, они тоже плохо ее переносят. Почему? Давайте разберемся, почему происходит летом низкое давление у пациентов, которые принимают постоянно препараты. Потому что в жару кровеносные сосуды наши расширяются. И кровь, которая кровоснабжает головной мозг и сердце, уходит в капилляры. И поэтому происходит низкое давление. Но если убрать постоянный прием препаратов,
то может резко возникнуть подъем артериального давления. И в этот момент могут произойти сосудистые катастрофы, такие как инфаркт, инсульт. Когда у вас в жару падает артериальное давление на фоне постоянного приема гипотензивной терапии, вы обратитесь к своему врачу, чтобы скорректировать дозировку этого препарата. Я себе навіть написала, дозу зменшити, можливо, в цьому випадку. Тобто все це коригується? Обязательно, все коректируется. Дякую за відповідь. Давайте повернемось. От ви казали про контроль холестерину. Яким чином людина має це контролювати? Я розумію, що корисна їжа, овочі, а перевіряти рівень, яким чином це відбувається? В 1979 году началась ера статинотерапії. Это препараты, которые снижают наш холестерин. Первый препарат его изобрели в Японии. И когда его изобрели и пациенты начали принимать, они обратили внимание, что не только снижается холестерин в крови, но и снижается, а даже и уменьшается атеросклеротическая бляшка в сосуде, которая возникает при высоком уровне холестерина. И эти препараты нужно обязательно принимать, когда высокий холестерин. Что мы должны для этого сделать? Мы должны сдать анализ крови, который называется липидограмма. И там будет уровень и холестерина, и триглицеридов. Но существует в кардиологии, в частности, формула здоровья, к которой мы должны стремиться. Потому что жизнь – это главная особенность, главная цель человека, чтобы жить долго и счастливо. Что такое формула здоровья? Когда мы должны исключить курение, когда у нас должно быть ежедневно 3 километра ходьбы, не должно быть гиподинамии, когда артериальное давление должно быть 140 и 90 и ниже, когда уровень холестерина должен быть ниже 5, а триглицеридов ниже 3, не иметь ожирения. И вот когда мы все будем к этому стремиться, риск возникновения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, а в частности инфарктов и инсультов, будет меньше. Скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що останнім часом збільшилась кількість людей, які хворіють. З чим це пов'язано? З тим, що дійсно стало більше людей хворіти, або останнім часом виявлення хвороби стало кращим? Ви знаєте, действительно, болезнь больше выявляется, потому что пациенты обращаются. Артериальная гипертензия все-таки это тема, которая часто обсуждается и в прессе, и в телевидении. И профилактичные это профилактичные за обязательно. И они на сегодняшний день очень хорошо работают, потому что мы видим, что люди интересуются, какие препараты принимать, сколько их принимать. И когда ты говоришь пациенту о том, что препараты длительно принимать, они это понимают и готовы принимать длительно, чтобы избежать таких последствий. И молодые люди и тоже. И молодые в том числе. Потому что прекрасно мы видим, что инфаркты, инсульты помолодели, особенно трудоспособных лиц. Поэтому мы смотрим за артериальным давлением, за холестерином. И тогда организм компенсируется. Пациенты выходят на работу, восстанавливается быстрее их трудоспособность. И они живут с счастливой, нормальной жизнью. Но при условии постоянного приема таблетированных препаратов. Їх багато? Або це теж, ну, так, індивідуально? Ви знаєте, статистика говорить о том, що на сьогоднішній день їх приблизительно одинаково по відношенню к прошлому году. І вони обращаються, если інфарктів, інсультів за 6 місяців цього року було 520 чоловік, то на сьогоднішній день и в прошлом году было 1100 человек, статистика не изменяется. И это говорит о том, что профилактические беседы с пациентами, в частности докторов, они работают, и пациенты это понимают. А что людину має насторожити в тому, як вона себе почуває, щоб людина пішла до лікаря?
А що відбувається з організмом, яким чином людина має дізнатись про те, що ну щось не гаразд? В кожній сім'ї, я вважаю, що має бути тонометр. Це прибор, який змірює артеріальне давлення. И если при трех измерениях артериального давления мы заметили цифры выше, чем 140 на 90, это обязательно обратиться к доктору. Когда мы заметили учащенное сердцебиение, обязательно обратиться к доктору, потому что жара, она еще и влияет на электролитный баланс крови. Когда мы потеем, ведь не только выходит вода с потом, а выходят и электролиты, такие как калий и магний, которые очень нужны в работе нашего сердца. Ну, якщо ми вже говоримо про спеку, правила поведінки під час таких спекотних днів, як себе оберегти і як має себе поводити людина, яка нічого не знає про те, що, можливо, у неї десь якісь проблеми, і як має себе поводити людина, яка вже знає, що у неї є проблеми? Значить, давайте ми теж розіб'ємо на групу. Перша група – це ті пацієнти, которые относительно здоровы, у них нет ишемической болезни сердца, у них нет артериальной гипертензии. Первое. С 11 до 17 дня, как правило, в жару вы не ходите под прямыми солнечными лучами. Старайтесь где-то решить все свои вопросы до 11, либо после 17. Но если нужно выйти в это время, то, как правило, это тенечек. Но если вдруг тенечек, и с собой обязательно иметь прохладную воду, не холодную. Если почему не можно холодную воду вживать? Значит, как я уже говорила, сосуды наши расширены. А если мы хотим резко выпить холодной воды, происходит сужение сосудов. И поэтому в этот момент тоже могут быть сосудистые катастрофы. Когда уже человеку учащенное сердцебиение появилось, одышка. То есть мы видим уже проблемы, которые возникли под палящим солнцем. Что нужно сделать? Самое первое – намочите платочек холодной водой и положите его на затылочную область головы. За одну минуту по затылочной области головы проходит практически весь объем циркулирующей крови. Таким образом, мы снижаем температуру крови и сосудов, и поэтому сразу же становится легче. Это те люди, которых мы договорились, у них нет никаких осложнений. Вторая группа пациентов, с ними гораздо сложнее. Первое. Постоянный прием гипотензивной терапии, либо отрегулировать прием. Второе. На улицу не выходить с непокрытой головой, потому что сосуды головы тоже нагреваются. Происходит расширение сосудов, затем происходит спазм сосудов и резкое повышение артериального давления, что может закончиться тоже плохо. Поэтому мы все ходим в головных уборах светлых тонов и имеем с собой аптечку с препаратами, которые для первой помощи, для оказания первой помощи. Как правило, хотя бы валидол у вас был в сумочке, нитроглицерин – это первая помощь при инфаркте миокарда. И обязательно вызываем скорую помощь. Ну, инсульты, инфаркты. Людина ну, має розуміти, що з нею відбувається. Якісь такі перші ознаки. Перші ознаки. Перші, коли у людини ми підозрюємо інсульт. Головокружение, шаткость походки, потеря зрения на один глаз, либо два глаза, сильная головная боль, боль в верхних конечностях, либо нарушение чувствительности. Это можно предположить о сосудистой катастрофе в головном мозге. Если у человека предполагается инфаркт, то это очень сильная кинжальная боль за грудиной, которая отдает под левую лопатку, не менее пальцев, рук. Эта боль может быть отдавать нижнюю челюсть. При таких симптомах нужно принять таблетку нитроглицерина под язык. Если она начинает помогать и уменьшаются боли, вызвать скорую помощь, снять кардиограмку и дальше уже вести в отделение, которое занимается лечением инфаркта миокарда. Ну, а якщо людині, ну, я буду говорити на прикладі моєї тітки. Вона принесла на ногах
Вона не одразу дізналася, що це був інсульт, підняло ногу, але вона не зреагувала. А далі, наскільки ризиковано для людини не звертати увагу на симптоми? Якщо у пацієнта був уже однажды сосудистий криз, и если на него не обращать внимания, не лечиться, возможность второго сосудистого криза очень велика. Чем закончится второй сосудистый криз, неизвестно, но все мы помним, что риск от смерти от сердечно-сосудистых заболеваний очень высокий. Давайте поэтому повернемось... обязательно обращаться к доктору, к своему. Давайте повернемось до профілактики. У нас не так багато часу залишилось. До речі, я нагадаю, що телефон 47-74-72, можливо, у кого ще є запитання. Давайте повернемось до профілактики. Все ж таки, спека. Я розумію, що коли спекотні дні, ризики більше. А в звичайні дні, там осінь, Чи треба людину якось готувати до того, що і восени, і взимку все це може відбуватися? Але ж температурний режим інший? Обязательно. Это просто артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Это же заболевание постоянное, которое может давать и обострение. Поэтому летом обострений таких гораздо больше, чем в холодное время года. В холодное время года они тоже есть эти обострения, но сосуды не так реагируют, потому что сосуды на жару реагируют гораздо сильнее, чем на холод. Хотя у нас есть и холодовые тоже проблемы, но их меньше, чем на жару. Молода людина и людина уже в віці, вони по-різному сприймаються? Подібні захворювання? Обязательно. Організм інакше обязательно, реагує? Обязательно. Компенсаторні можливості молодого організму, вони вищі. І компенсаторні можливості, тобто, случилось, немножко піднялось давлення у молодого чоловіка. Під палящим сонцем повисилась утомляємость, жажда. Ми можемо випити прохладної водички, посидіти в тіньочці, віддихнути. Всі ці симптоми пройдуть. Компенсаторні механізми пожилого чоловіка, і який вже не один рік боліє ішемічною болезнью серця, у нього вони зовсім інші. Тому тут потрібно бути особливо внимательними. Ну, що ж, я дякую за цікаву розмову і корисну розмову. Я нагадаю, що у нас в студії була заступниця головного лікаря з лікувальної частини Миколаївської обласної лікарні відновлення лікування Лілія Карпова. Пані Лілія, дякую за розмову і на все добре вам. Будьте здорові.